И всем привет, мои маленькие любители трейдов, с вами как всегда Кунька Престос, как всегда на моем канале. Сегодня у нас 28 трейдов, давайте-ка на них посмотрим. Первый трейд, тут у нас две карточки за фон. Ну, если честно, вообще не желаю вот так вот принимать, потому что мне кажется, почему-то этот фон дороже. Даже если не дороже, но все равно две карточки, блин. Сколько он стоит-то? Ага, он стоит столько, что я даже себе не смогу его позволить, потому что заглючила у нас торговая площадка. Давайте по графику посмотрим, 29 копеек он стоит. Ай, 29 копеек, это много или мало, как говорится, да? Ладно, за 29 копеек, в принципе, хрен с ним, пускай принимает. Ты вообще гуль, зачем тебе девушка? Я думаю, гули имеют друг друга. Так, что у нас тут дальше? Ну, дальше, по логике человека, я должен был нассать себе в ноги кипятком от счастья, потому что мне предложили целый нихрена себе 0.15 мангры. Скажите мне, пожалуйста, хоть кому-то 0.15 мангры нужны? Ну ладно, давайте вот так вот, даже кому-то вообще мангры нужны. Мангры — это перчатки, которые подходят только под африканскую сетку. И да, вы, народ, не поверите, но здесь вот переплат за флот больше, чем вот здесь за 0.15 переплат за флот. Вот так это работает, потому что это настолько популярный, настолько классный перчатки. А дальше здесь трейд от подписчика, нулевой трейд, но это если так присмотреться. Если вот так присмотреться, переплат за флот, плюс наклейки, и естественно хомяк идет в жопу. Кто понял, тот понял. А дальше здесь у нас просто 9 сольки, не буду человека забирать последнее. Дальше здесь мне минус 5%, ничего плохого говорить не буду, потому что опять же здесь имеется 0.22 флот, за это возможно овер где-то на рублей 100, и то вряд ли. Вот, но, блин, это скорее всего какой-то недотрейдер, недоплеер, пытается поиметь более опытного недоплеера, недотрейдера. А дальше здесь, ну, СТВВ, блин, ну что еще могу сказать? О, господи, боже мой, чтоб твоя мать-одиночка в твоего друга влюбилась, реально, и чтоб ты до конца жизни, блин, просто слышал, как он упердолит в соседней комнате в жопу. Привет, предлагаю тебе обмен на Ваху волны с топ-3 флотом в мире по чистоте, действительно, топ-3 по Ваху. На сам сайт с флотами я не сходил, поэтому смотрел только на Бафе, там действительно топ-3. Но знаете, имея на Ваху топ-3 среди самых чистых, там... К тому же еще и третью фазу, это все равно, что иметь девушку с членом. Вроде и прикольно, но друзьям особо об этом неохота рассказывать. А дальше тут у нас хороших трейдов, лови подгончик, спасибо огромное, спасибо большое за подгон. Ку, я хотел себе АВП такое, и фон, пожалуйста, прими, только не трогай мать. Пожалуйста, не буду трогать мать, но принимать я не буду. На оценочку, давай оценим, что у тебя там. Дальше, блин, господи, как же мне задолбало это уже, ну реально, я не могу. Постоянно эти недотрейдеры пытаются мне накидать кучу мусора, просто... Просто хреновую тучу мусора. И, блин, на мой нормальный скин. Еще и в минус 28%. Господи, чтоб ты до конца жизни с помойки питался вместе со своей матерью, блин. Дальше, скины за кейсы пошли дальше. Если раньше они имели обычных, да, плееров, там предлагая дешевые скины за дешевые кейсы, теперь они решили иметь по полный трейдеров, блин, кидая просто в минус 50%. Здесь переплата за наклейки пошла она нахуй. Так же, как его мать, блин. Я думаю, они там и встретятся. Ну и, конечно же, здесь тоже переплата за наклеечки. Так аккуратненько берет свои вещи и пиздует на... Потому что вот так вот, вот это вот уебище решило, блядь, что, сука, вот эти вот кейсы в минус 50% без учета за наклеек, это отличный трейд. Ой, блядь, нахуй, чтоб тебя, блядь, разбомбили, долбоеба, ты в лесу жил до конца своей жизни. Дальше тут у нас что? Тут у нас 3% плюса, но здесь 0.20 флот, поэтому это около нулевого трейда. Здорово, Кунька, вот тебе немного соли, добавь в оценочку инвентаря, плиз. Ну, давай добавим, конечно же, но хотя дотеры, я не знаю, шарят ли они в каяске. Спасибо, бро, за совет по апгрейду инвентаря, всех благ, всегда рад помочь. Дальше здесь у нас получается 5% плюса. Ну, конечно же, конечно же. Как любой профессиональный, опытный трейдер, он не переплачивает за флоты, поэтому он просто мне хочет отыметь. Но единственное, что он будет иметь в этой жизни, это вот этот говной инвентарь, который, я надеюсь, ему никто никогда не затрейдит, а потом словит вообще вакбан и похоронит эти скины на своем аккаунте. А дальше здесь у нас имеются наклеечки. Да, я понимаю, это прекрасно, мне это не интересно. Вообще никак, вообще никак. Дальше здесь минус 3%, опять же, переплата за флот, переплата за наклейки, здесь закаленный ледяной уголь. Но реально, народ, ледяной уголь и такие вот красивые скины, как неоновая революция, не стоит брать в качестве закаленки, она слишком грязно выглядит, и это очень некрасиво. Можно в оценочку интера, конечно же, можно, но одну сольку я забирать не буду. А дальше человек все ломался, когда у него были скины не в трейдбане, и не хотел забирать этот калаш. За сумку, которую, естественно, я предложил, не буду же я обменивать за ту, за которую он захотел. Потому что здесь у нас имеется крафт Кёльна. Вот, ну и, короче, я ему говорю, мне ВВшки не интересны, и он закидывает мне ВВшки. Но мы с ним пообсуждали, короче, он сказал, Кунь, хорошо, выйдут новые скины из трейдбана, затрейдимся. Ну, будем ждать, что. Я условно истории, меня выгнали из школы, как так? Ну, блин, надо знать эту историю своей страны, правильно? Скажи спасибо, что тебя училка еще не обоссала, блин, я бы так сделал. С днем рождения.
Спасибо большое, не знаю, но у меня день рождения 29 апреля. Что-то ты рановато, вообще рановато, очень-очень ты рано. Ладно, что у нас там дальше сейчас, примется трейд. Дальше у нас тут, тут у нас минус 11%, это еще если не брать, что здесь идет переплата за плот на аквамаринке, потому что 0.18 плот для аквамаринки это очень чистенько. Ой, блин, ну сразу видно, человек на что дрочит, понятно, тут уже все. Когда человек вот ставит себе машины и так далее, ладно дрочить на девушек. Ну, вы с ним на парней. Это кому как бы как, да? Но долбить в выхлопуху машину и дрочить на машину. Господи, господи, зачем ты дал ему жизнь? Пускай его лучше бы мать по лицу своему размазала, когда-то была такая возможность. Хотя, может, она так и сделала, просто потом поковырялась там этими пальцами грязными. Ну ладно, другая история. Удачного стрима, спасибо большое. Привет, Кунни. Я вообще не трейдер, сильно не кричи, если что, жду встречного. Я уже объяснил, что трейд это даже, возможно, мне в плюс. Но есть тут один такой нюанс, то что закаленный вулик. Ну, закаленный вулик, не-не-не-не-не. Был бы он после полевых, допустим, такой же процент, такие же наклеечки, был бы он после полевых, я бы, возможно, даже бы и принял с радостью. Но закаленный вулик мне не интересен. Спасибо большое. Вот тебе тачка, чтобы ебанов переехать. Да. Не, спасибо. Спасибо за контент, красивый ноускоп был. Да, я там на стриме сделал очень красивый ноускоп. Смог через стену двоих. Ну и здесь у нас минус 16%. Переплата за флот идет закапывать его мат. Знаете, цитата этого выпуска. Чем более конченый трейд вам кидает, тем глубже закопана его мать. Че у нас тут? Прилетели ли новые трейды? Да, прилетел еще один. Человек не мечется, как старая мечется. Не знает, что ему выбрать. Либо такой фон, либо такой. Но это тоже, по-моему, рубля 3 стоит. Этот фон я ему не отдам. Несмотря на то, что даже какой-то чуть-чуть выгодный трейд, но, по-моему, не отдам. Так, сколько он стоит? Понятно. Стоит он до хрена. 3 рубля, 5 рублей нет. Это я тебе не отдам. Хватит тебе одного аниме-фона. Куда тебе два? Куда тебе два? У тебя профиль один. Зачем тебе два фона? Извиняюсь, что прервал просмотр видосика, но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить свое объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров, хорошенький актив. Поэтому трейдер здесь может выложить спокойно объявление. Ну а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд, нужные скинчики и обменяться по более выгодному проценту, нежели мы будем обмениваться, да, сравнивать с CashMoney, TradeGG и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется «Я худею с ваших трейдов». В чем суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоуны в огромные минуса и так далее и тому подобное, поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходит оповещение на ютубе, что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народ, на этот случай есть мой дискорд сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придет оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходит оповещение. На мой дискорд, на моей группе все ссылочки будут в описании. Так, проверим еще раз, не пришли новые трейды? Нет, новых трейдов, к сожалению, нет. Но, надо сказать, что я все-таки смог вчера затрейдиться на нормальный трейд. Но как это вообще произошло? Короче, я в 11 утра еще получил предложение на эти перчатки и этот нож, короче, получил. И я такой, нет, братан, давай, ты идешь в жопу, потому что он хотел забрать у меня классический нож. В нулину еще описывал, что здесь у нас блюгем, да, блюгем. Угу, конечно, расскажи мне, как трахаются ежики. Вот, короче, я, естественно, сказал, что никакого блюгема здесь не существует, поэтому он может идти в жопу с такими предложениями. И сделал ему такое какое-то предложение, 3 раза отправлял ему трейд, ну, точнее, делал встречный, он мне трейд, я ему встречный. А вот, ну и, короче, в итоге, перед стримом сел такой уже, смотрю, что два оповещения каких-то закажу, смотрю, а мне все-таки прилетел этот нож и эти перчатки. Человек все-таки принял трейд на моих условиях, ну и, короче говоря, залутал. Боу и вторая фаза, ну и перчаточки под поверхностную закалку одни из самых лучших. А дальше это мне задонатили на стриме, крутили капсулу, выбил золотого симпла из Рио 2022, стоит он 5600, но в инвентаре вы его не видите, потому что я его сразу закинул в хранилище, где он и должен быть. Вот, так что мне задонатили, сначала наликом, я такой, блин, теперь за налик придется скин брать. Мне такие, Кунь, ничего не надо брать, на тебе юсп, вот, тот же человек, который задонатил 3к, да, на 3к вчера, ну, 3к по бафу, по сим, где-то 4500, короче, вчера на капсулу в манздюрил, и вот, короче, прилетело. Ну и поскольку мне вчера задонатили, я такой подумал, а чё бы не пойти на кейс батл. Естественно, я не снимал видос, потому что, ну, я, блин, народ, я лудоман, тоже, как и вы, понятное дело. И я просто взял 600 рублей, закинул на кейс батл, сидим с вишней, угораем, крутим, там сайт начал сливать, потом что-то купать, ну и, короче говоря, забрал такую ночную полосу с него после полевых. Ночная полоса, ну, кто же виноват, да, как говорится. Вот, ну, еще что хотелось бы сказать, на моем канале действует челлендж, сегодня я богаче, чем вчера. В чем суть челленджа? Каждый день я должен принимать себе сделочку плюсовую. Ну и, короче, дело к ночи, пока что держусь 11 дней, если сегодня не приму, то счетчик
счетчик сгорает. Это будет обидно, потому что 11 дней подряд трейдится, как по мне, это очень здорово. Ну и также для вас небольшое объявленнице. Я понимаю, что многие меня смотрят и просто плееры. Им хотелось бы залутать такое или, допустим, такой ножичек на плей себе, да? Но здесь подписано 4 дня трейдбана, здесь, допустим, 3 и так далее и тому подобное. Народ, на самом деле эти вещи уже все вышли из трейдбана. Связано это с тем, что я выкладываю ролики с 7-дневной задержкой, так что вы можете переходить по ссылочке в описании, выбирать ножичек, который вы хотите, ну, либо другие скинчики, перчаточки, все абсолютно, все это трейдится, имеются скинчики с наклейками, имеются с хорошими 0.15 флотами, короче, на любой вкус и цвет, допустим, вот 0.15 чистенькие перчаточки. Вот, так что переходим по ссылочке в описании, если вы боитесь, что я похороню вашу мать, или не дай бог схожу в кино и без вас, то, есть такая хитрость, выбирайте, что хотите, допустим, хотите перчаточки, эмочку с титанами и ВП распространение выбрали, что готовы за них отдать из своего инвентаря, подписывайте, кунь, я не шарю, я плеер, короче, если что, сделай контр, я посмотрел, блин, так, меня устраивает сразу трейд, я просто принимаю и все, и расписываюсь у вас на стеночке, я, блин, посмотрел, меня не устроил, я посмотрю, что у вас еще есть, либо какие скины изначально вы предложили, сделал контр, если мне скины ваши не понравились, я просто отклоню, и все, и обещаю, никто вашу мать в аквапарк не поведет без вас, и все у нас будет ништяково, так что не бойтесь, на самом деле, я не кусаюсь, если меня не попросить, вот, и все ссылочки есть на, ну, ссылочка на трейд есть в описании. Ну, а на этом у меня сегодня все, спасибо огромное за ваши подписки, лайки, комментарии, народ, они очень сильно меня мотивируют делать видосы дальше, за это вам огромнейшее спасибо, ссылочки, которые вас могут заинтересовать, будут в описании, ну, а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем Порш, подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота, всем удачи, народ!